Налево холодное, направо горячее. Все понятно. А тут ведро стоит, а то мы воды напустим. А, она уходит. Уходит. И тут никаких ведер нету. По шлангу уходит. Радуюсь и плачу, что мы так сделали, отозвались мне доброй душой. Благодарю, благодарю, благодарю. Я не думал никогда, чтоб эта радость ко мне в душу мою пришла. Люди, честно вам скажу, когда я впервые узнал, сколько денег вы насобирали для Тамары Дмитриевны, я был, во-первых, как бы в шоке, а во-вторых, мне стало немного страшно. Я серьезно вам говорю, у меня прям холодок по коже, потому что мы начали думать, господи, боже мой, бабушка, да как она, что она сейчас будет делать, да, как она будет покупать эту квартиру, как она будет ездить и выбирать, там и так далее. И мы с командой вместе собрались и решили, что мы не можем оставить это дело на этапе сбора денег, да, пусть даже такого большого количества, и мы начали следить за всеми процессами, связываться с родственниками, с дочками, с внучками, с риэлтором мы связались, держали связь, мы наблюдали за тем, какую квартиру они выбирают, да, чтобы квартира была там на первом этаже, чтобы было удобно Тамаре Дмитриевне подниматься, чтобы она была готова к заселению, да, для того, чтобы минимум каких бы то ни было ремонтов там требовалось или еще чего-то такого. Вот, процесс пошел, квартиру купили, мы все выдохнули, обняли друг друга, потом поняли, что, значит, Тамара Дмитриевна не переезжает. Снова подключились, начали выяснять, что происходит и так далее, и так далее. И решили все-таки показать вам результат вашей, в первую очередь, работы. На самом деле, я, конечно же, чувствую ответственность перед людьми, которые смотрят, которые помогают тем, о ком мы рассказываем. Причем много лет. Мы раньше такого никогда не делали, и сейчас решили все-таки показать этот выпуск, потому что это, знаете, ну, это вот такой мой личный поклон вам, людям, которые много лет смотрят нас и неравнодушно смотрят, вникают в те репортажи, вникают в людей, про которых мы рассказываем. Для меня это очень-очень важно, потому что я вообще считаю, что вникание и внимание – это вообще самое ценное, что есть в этой жизни. И спасибо огромное вам за то, что вы смотрите именно так, вникая во все неравнодушно. Я вас всех обнимаю. Спасибо вам огромное, что вы у нас есть. Что Бог дает? Добрых людей дал и добрые квартиры мне попалась. Люди, я тут посчитал, прикиньте, за прошлый год я больше половины времени всего провел в командировках. Останавливался в отелях, причем чаще всего это не пятизвездочные отели, а всякие маленькие отельчики, знаете, какие-то кемпы и так далее. Чаще всего местные жители делают, строят их своими руками, обставляют это все сувенирчиками какими-то, которые тоже они делают своими руками. Я это все обожаю, я прям постоянно привожу домой все эти сувениры, артефакты. У меня уже сформировалась прям приличная такая коллекция, все это по дому я расставляю. Проблема в том, что вот там предметы интерьера вообще надо подбирать тоже как-то вот в этом же стиле, для того, чтобы это хоть как-то смотрелось, ну, адекватно, как минимум. Проблема в том, что в наших отечественных магазинах довольно трудно что-то найти подобное, и тем более, даже если находится, то это получается очень дорого. Так вот, поэтому я уже довольно давно все необычные, интересные товары и для дома, и для интерьера покупаю на AliExpress. Кстати, сейчас отличный момент, чтобы пополнить свою коллекцию. Во-первых, на AliExpress стартует традиционная зимняя распродажа со скидками до 80%. Я уже подобрал для себя несколько симпатичных вещей по отличной цене. Во-вторых, наши давние друзья с Leti Shops поддерживают распродажу горячим кэшбэком. В период с 10 по 14 января кэшбэк будет увеличен в 3 раза и составит 15%. То есть, если вы обычно возвращали 300 рублей с покупки, то теперь получите 900. Только помните, количество активаций ограничено. Поэтому еще раз напоминаю, сначала регистрируемся на сайте Leti Shops и скачиваем приложение.
Потом активируем горячий кэшбэк и оформляем покупку. А полученный кэшбэк можно вывести на любую карту или потратить на дальнейшие покупки. Друзья, новогодние праздники пусть и позади, но, как видите, новые поводы для радости у нас уже есть. Поэтому переходите по ссылке в описании, пользуйтесь кэшбэк-сервисом Letyshops и радуйте себя и своих близких отличными подарками. Мы снова в Орле, из города едем в деревню к Тамаре Дмитриевне, это узница концлагерей, которая вынуждена жить в разваливающемся доме, износ которого больше 70%. Почти 10 лет она обивает пороги различных чиновников и пытается получить положенную ей по закону квартиру, но все безрезультатно. И сейчас, благодаря вам, ее мечта наконец осуществилась. Про Тамару Дмитриевну мы уже рассказывали. Вот ссылка для тех, кто не видел. Через неделю после выхода ролика бабушка мне позвонила. Дрожащим голосом сказала, что ездила в банк, и на ее счет поступили деньги. Много денег. От людей. Тут Тамара Дмитриевна сделала длинную паузу и, словно еще сама не веря, произнесла: «Там больше 4 миллионов». В фиолетовом фартуке и цветастой косынке она встречает нас у покосившегося забора, только с огорода вернулась, хотя ей 88. Здравствуйте, здравствуйте. Вы мои родненькие, любимочки вы мои любимочки. Вглядитесь в нее, в ее уставших глазах так много любви. Вы как, готовы квартиру-то смотреть? Ну, если можно. Мы же сегодня с вами поедем в квартиру. Так, так. Какая вам благодарность от нас, я даже не могу выразить. Этот ветхий домишко – единственное жилье с того самого момента, как она вернулась с фашистского плена. Это с виду здесь ничего, на самом деле крыша давно прогнила, а перекрытия превратились в труху. Вот тоже текла вода, тут по стенке лилась. Чтобы элементарно попить, она вынуждена напрягать все силы. Последние дни суставы ломит, и набирать воду стало мучительно тяжело. Давайте я вам все-таки помогу, Тамара Дмитриевна. Ну, давайте. Давайте. Не, давайте я сам покручу, вы просто проконтролируйте, чтобы ладно, там вода ладно, была в итоге. Ладно, сейчас пока качайте попроворнее. Попроворнее? Да-да. А потом сейчас я скажу, где потише могут захлестнуться. И видите, как она ладошку держит? Проверяет, чтобы ведро не зацепилось. От ее руки за десятилетия подъемов и спусков на этой трубе даже краска стерлась. Так, стоп. Стоп, стоп, стоп. Так, теперь бери ведро и сюда нагинай. Она вон текет. Выливай. Ой-ой-ой, там снизу еще. Вот, ты смотри. А там еще и снизу, да, все прохудилось? Вот. Ну вот, 3 раза качать надо. После первого ролика, где мы рассказали, что бабушке не дают квартиру, хотя она положена ей по закону, проверку начал Орловский следственный комитет. Тамару Дмитриевну несколько раз опрашивали, смотрели ее медали и грамоты, изучали решение суда. На видео отреагировал и губернатор Орловской области. Посмотрел видео, глава района в курсе, и есть ряд нюансов. Будем думать, что сделать. Губернатору в комментариях задали прямой вопрос, а куда бабушку переселят, но ничего конкретного на это Андрей Клычков не ответил, зато написал. И что мне надо сделать? Ну вот люди тут пообсуждали и завтра забыли, а мне нужен результат. Но результата не вышло. Этой водой вы моетесь? Да, купаемся. Вода-то чистая, идет с неба. Но уже сегодня бабушка узнает, что такое горячая вода в кране и настоящая ванна. Тамара Дмитриевна радуется и постоянно шутит. Ох, была я раньше на все село, а теперь уже все село. Ну что ты? На осмотр своей будущей квартиры собирается как на парад. Сперва пальто не нравится. Ну я дюшев длинный, большой, где погода жаркая. Потом он решает, что нужен второй платок. О, нормально, посмотри в зеркало. Она прощается с курами, грядками под буряк и капусту, бросает последний взгляд на дом, где прожила 70 лет, и едет в свою новую квартиру. Из деревни, где жила бабушка, до Орла, где ее новая квартира, мы добираемся за 1.5 часа. Проезжаем мимо департаментов, которые на все просьбы Тамары Дмитриевны отвечали только отписками. Вот здесь вот этот департамент. Помните, как мы ходили? Не хочу глядеть на его даже, что мы проезжали. Поганцы.
Тамара Дмитриевна – малолетняя узница концлагерей. По закону она приравнена к ветеранам Великой Отечественной. Ей положена квартира, но 7 лет местные чиновники писали лишь отписки. Но пока могу только включить ее в какой-то реестр, в котором бабушка то 17-я, то 14-я, то 10-я. Тамара Дмитриевна думала, что реестр движется, потому что квартиры потихоньку дают. А оказалось... Реестр не движется. А то есть это люди просто умирают... Да, вот на сегодняшний день этот реестр практически состоит из одних узников, которые включены точно так же по решению судов. И то есть Тамара Дмитриевна там двигается только потому, что кто-то уже умер? Ужас какой. В этот момент я настолько офигел, что потерял способность мысли формулировать. То есть по этой логике Тамара Дмитриевна должна радоваться, что кто-то перед ней в списке умер. При этом финансировать жилье для таких ветеранов, как она, должен федеральный бюджет. Но в нем траты на это не предусмотрены, замкнутый круг какой-то. Но окончательно меня добил момент, когда на прощание бабушке начальник департамента подарил шоколадку. Он нам ответил: сейчас у меня денег нету, ждите, он вынес мне гостинец шоколадку. И сказал: не плачь, будут деньги, тогда квартира тебе будет. Вот на этом и в департаменте я осталась ни с чем. При избитом корыте. Бабушка Тома. Начальник департамента, который подарил бабушке шоколадку, зовут Григорий Шайкин. И он по-прежнему работает на своей должности. Квартиру мне завесили. Квартиру. А я думала, к этим начальницам. Каким начальницам? Все, к вам в дом приехали, в новый ваш. Баба Тома очень волнуется, когда ключи увидела, даже растерялась. Тамара Дмитриевна, вот ваши ключи от вашей новой квартиры. Ладно, неси. Нет, это вам. Для нее этот переезд очень сложный. Всю свою жизнь баба Тома провела в деревне. Последние годы в городе была только в больнице да у чиновников. Это вот ваш двор теперь. Вот как после вашего деревенского двора вам здесь? Так я тем, что людей не знаю. Вот тем, что... Сейчас познакомимся. Новая квартира бабушки на первом этаже, чтобы ей было удобнее. 80 квадратов, две просторные комнаты с раздельной ванной и туалетом, газовая плита и огромный балкон, в котором Тамара Дмитриевна мечтает выращивать цветы. Это ваша новая квартира. Я никогда не мечтала о такой квартире, чтобы я получил. И в этот момент ее глаза просто светятся от счастья. Дожив до 88 лет, она, наконец, может жить не в деревянной развалюхе без удобств, а в просторной квартире с горячей водой и туалетом. Но эта радость со слезами на глазах. Столько всего пришлось пережить. Если узнать ее поближе, кажется, так много горя один человек вынести не может. Она родилась в 34-м. Томе было 6 месяцев, когда мама умерла. Отец дочь сразу бросил. Совсем кроху забрали чужие люди. Затем началась Великая Отечественная, наступление фашистов. Орловская область оказалась в оккупации. В вагонах для скота Тому гонят на восток, в Германию. Так она оказалась в концлагере. Я горькую жизнь проживала, когда немцы угнали в Германию. Вот это трудное время. У меня же мамы не было, ни сестер, ни братьев. Я же была как брошенный человек. Ей было 7. Три ряда колючей проволоки, автоматчики, надзиратели за любую повинность жестоко избивали. На минуту, если люди опоздали, то в лицо, то зубы вылетят, то челюсти на боку, то кровью умоется, из носу врежет, кровью все отфыркаются, бегут на работу. Ох, был злой, не дай бог таких гадов было. Военнопленные были как рабы, трудились на ближайших немецких фермах. Воды не давали, вообще. Пить приходилось из луж. Кормили отбросами, чтобы не умереть с голоду, 7-летняя Тома подворовывала еду у собак. Вот такую ручечку свою сделай маленькую, и принесла-то собаке, сама начинай первой есть собачий суп. И собака с тобой будет есть. Если не собачья еда, мне не было, я умерла бы там. В 45-м на Германию наступают советские войска, и детей из концлагеря срочно вывозят. Когда слушаешь ее рассказ, не можешь себе представить, что человек в принципе способен на такие зверства. Приезжали немцы, забирали детей, девочек, ребят, брали из них кровь,
Немцам возили на фронт. Кровь вливали немцам. Тому и саму едва не забрали, но концлагерь успели освободить советские войска. Она вернулась домой, в свою деревню под Орлом, где всю жизнь проработала в колхозе. Ее грамотами можно заклеить целую комнату вместо обоев. Это за работу в совхозе, да, вам? Да, это дояркой работал мне. Присылала Москва. 41 год проходила на ферму. Тамары Дмитриевны новая квартира – абсолютно неизведанный мир. После дождевой воды и топленого снега в деревне вода из-под крана, да еще и горячая. Вот так вот. Оп. А, кверху. Да. И вот видите, налево холодная, направо горячая. Все понятно. А тут ведро стоит, а то мы воды напустим. А, она уходит. Уходит. И тут никаких ведер нету. По шлангу уходит. А газовую плиту, которая сама по нажатию на тумблер загорается, она и вовсе никогда не видела. И поворачивайте. Угу. Да-да-да, сильнее. Во! Все. Все. Теперь вот это. Все, теперь знаю. Денег, которые вы собрали бабушке, хватило также на комод, телевизор, холодильник, чайник и еще кучу всего. Какой диван стоит, красота убранной. Все тут, какие шторы нежные. Все, огни горят, все горит, все. Душа моя здесь радуется. Прочувствуйте ее радость. Вот так она жила совсем недавно. Разваливающийся деревянный домишко с протекающей крышей. Теперь просторная светлая двушка рядом с парком. Как вы нас обрадовали. Прям жить хочется. Рядом дочка Рая. Она бы и рада забрать маму к себе. Но у самой дети и внуки, а с ее крошечной пенсией ипотеку не дают. Набрать такую сумму, чтобы квартиру купить в Орле, мы бы никогда ее не купили. Дай Бог всем здоровья, а людям особенно, которые помогли это собрать средства для бабушки. Жизнь бабушки поменялась только благодаря вам. Это ее первое застолье в новой квартире. Я сижу в этой квартире, чаё попиваю. И душа не нарадуется. Знаете, когда с ней говоришь, прямо чувствуешь, насколько она всем благодарна. В ее тихом голосе столько любви, что она словно тебя обволакивает. Обнимаю, целую. Таких людей добрых, желанных. Этого даже и во сне не снилось. Очень круто, что в этом году бабе Томе больше не придется топить снег, чтобы вскипятить чайник или бояться, что крыша рухнет в любой момент. Но очень обидно, что для этого нужно было собирать деньги через интернет, хотя по закону о ветеранах квартира таким, как она положена, от государства.